Желтые с краем, из света возвращающей пленки он сделал, чтобы из самого далека водитель мог задеть пешеходный переход и притормозить. Лазурью. Все, вот. Тарифку делаете? Полностью. Старая стол, да? Она такая, красная. Так, золочки, да. Не золотистые. Смотрите, не бойтесь, здесь глазурь. Есть распоряжение губернатора о проведении ежегодной операции «Подросток». Она проходит по всей Ленинградской области. У нее несколько этапов у этой операции. И два родительских дня, которые обычно проходят в ноябре и в марте. Вот мы как раз присутствуем на одном из мероприятий единого родительского дня, который называется у нас «Наша безопасная школа». Ну, имеется в виду в широком смысле, да, школа, школа как выживание. Но в частности мы знаем, что мы пешеходы, наши дети, да, то есть мы тоже должны знать правила дорожного движения и как привлечь интересно наших детей к изучению дорожных знаков, да. Мы пригласили, мы – это комиссия по делам несовершеннолетних и защите их прав при администрации муниципального образования города Ивангород, да, являемся координаторами данного мероприятия. Пригласили субъектов профилактики, в частности, мы вот видим инспектора сегодня по пропаганде безопасности дорожного движения Пинчук Татьяну Николаевну. Она приехала к нам с Кингисеппа, она отвечает за весь Кингисеппский район, чтобы у нас дети, в частности, да, тоже знали правила безопасности, правила дорожного движения, и как пешеходы тоже были примерными. Ну как, вкусно? Да, понравилось мероприятие? Да? Будешь ходить только через, когда этот знак есть через дорогу, да, и всем рассказывать.